لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا، عيد الفطر، عيد مبارك، عيد سعيد. Поистине у каждого народа есть свой праздник. А это наш праздник. Праздник разговения. Благословенный праздник. Счастливый праздник. Сегодня закончился последний день поста, месяц Рамадан. И началась первая ночь месяца Шауаль. Праздничная ночь. Сегодня в эту ночь мусульмане делают праздничные такбиры. Начинаем делать праздничные такбиры после заката солнца. И можно их произносить вплоть до наступления праздничной молитвы. Так же каждый мусульманин должен сегодня успеть выдать закятуль-фитр до наступления праздничной молитвы. Закят нужно выплачивать за каждого члена семьи, независимо от того, постился ли он или нет. Из мужчин и женщин, детей и старичков, свободных и рабов. За ребенка, который в животике у мамочки, можно отдать закят, но не обязательно. Мужчина отдает закят за жену и за детей. И за тех, кто на его обеспечении. Хозяин должен выплатить закят за своего раба. Но деньгами закятуль-фитр не выдается, не принимается. Это не разрешено. Но люди должны отдать беднякам именно еду. По одному са еды с каждого мусульманина. Один са по сегодняшним меркам это примерно 3 килограмма. Са это мера сыпучих веществ. Один са равен 4 муддам. Один мудд это то, что помещается в 2 сложенные вместе ладошки. Взрослого, среднестатистического человека, который жил во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А размеры современных людей намного меньше, чем размеры людей, которые жили в прошлом. Из еды можно выдавать финики, изюм, ячмень, пшеницу, апельсин, высушенный твердый творог, подлежащий долгосрочному хранению, муку и любые крупы, которые люди употребляют в пищу в вашей местности. Перед тем, как выйти из дома на праздничный намаз, лучше съесть несколько фиников. Это сунна. Желательно одеть чистую и самую лучшую свою одежду. Мужчинам помазаться миском, а женщинам запрещено выходить на улицу пахнущими
ароматами мисков. Или наряженный в пеструю, яркую одежду. Или в узкую одежду. Женщина должна быть покрыта строгим шариатским покрывалом, так, чтобы ее формы тела не были заметны. Ее одежда должна быть широкой, а дома перед членами своей семьи женщина может наряжаться и использовать благовония, но даже перед родственниками. Есть определенные границы в одежде, которые женщина не должна переступать. А урад женщины перед родственниками. Мы, иншаллах, с вами когда-нибудь разберем на будущих уроках. По сунне на праздничный намаз нужно идти одной дорогой, а возвращаться другой. И желательно идти пешком. Ведь за каждый шаг к намазу полагается награда. За один шаг поднимается степень человека. За другой шаг прощается грех. По сунне праздничный намаз нужно совершать на открытой территории, не в мечети. Но если есть уважительная причина, то не беда, если намаз совершат в мечети. Все мусульмане любого возраста и пола должны выйти на этот намаз. В праздничный день узаконено проявлять радость, веселье, активность. Можно устраивать соревнования, игры, развлечения. Женщинам и девочкам в этот день разрешено бить в дуф и напевать радостные куплеты, в словах которых нету чего-либо греховного. Дуф. Дуф – это арабский бандир. Ударный инструмент. Что-то среднее между бубном и барабаном. Но можно использовать только такой дуф, у которого нету железных бубенчиков, колечек, колокольчиков. И он должен быть обтянут кожей только с одной стороны, а с противоположной стороны должен быть открытым. А барабан, обтянутый кожей с двух сторон, или бубны, имеющие звенящие кольца, не разрешено использовать. И не дошло до нас сообщение, что хотя бы один из сподвижников мужского пола бил в дуф. Поэтому это разрешение только для женского пола и только в дни радости. И не перегибая палку и границ дозволенного. Неправильно будет пускаться в шум и пляс с барабанами по всем улицам и распевать песни на весь район полдня. И тем более нельзя распевать алкогольные напитки, включать динамики с музыкой, допускать перемешивание мужчин и женщин. Зато можно радоваться, дарить подарки, получать подарки,
заходить в гости, принимать гостей, кушать вкусняшки. А поздравляют мусульмане друг друга, пожимая руки со словами: «Такаббаляллаху минна ва минкум». Да примет Аллах от нас и от вас салихаль амаль, благие дела. Allah.
возвеличиванием. Аллах велик сильным возвеличиванием. Аллах превелик и возвышен. Аллах велик. И только Аллаху принадлежит вся хвала. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Валиллахи л-хамд. Аллаху акбар ва аджал. Аллаху акбар аля ма хадана. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар ва лиллахи л-хамд. Аллаху акбар ва аджал. Аллаху акбар аля ма хадана. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар ва лиллахи л-хамд. Аллаху акбар ва аджал. Аллаху акбар аля ма хадана. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар ва лиллахи л-хамд. Аллаху акбар ва аджал. Аллаху акбар аля ма хадана. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар ва лиллахи л-хамд. Аллаху акбар ва аджал. Аллаху акбар аля ма хадана. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар ва лиллахи л-хамд. Аллаху акбар ва аджал. Аллаху акбар аля ма хадана. Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик. И только Аллаху принадлежит вся хвала. Аллах превелик и возвышен. Аллах превелик за то, что направил нас на истинный путь.